что, поехали потихонечку. Ребята, всем привет! На связи мои Русланы, вы на канале RusPlayGame. Я решил поиграть немного в игру 7 Days to Die. И знаете что? Я создал новую игру, ну, новую карту. Называется «Территория смерти». Я давно не играл в нее. И хочу немножечко поиграть, вспомнить, как это было. Немножко, что там все пообновилось. Вот, постоянно обновляется. Вот уже альфа 21.2. Представьте, сколько альфа уже, сколько игра. Это уйдет очень много. Поэтому сейчас запустим мы игру. Немножко поиграем. Посмотрим, что это такое. Точнее, я знаю, что это такое. Просто посмотрим, как что там изменилось. Вот. А изменилось, говорят, много чего. Вот. Изменилось много чего. И хотелось бы на самом деле, чтобы вот это все много-много всего было интересное и главное, играбельное. Играбельное. Ну, как обычно, я буду где-нибудь прятаться, бояться, что мне дадут люля-туров. Туров-люлей. Туров-люлей. Люля-туров. Вот, я поэтому поставил, с регенерацию. Точнее, не регенерацию, а кровавую луну, которая она обычно раз в 7 дней происходит, я ее поставил на 14 дней. Здесь мы до нее не дойдем. Потому что кровавая луна, я обычно дохожу, не получаю таких трендюлей. Ну, как обычно, блин, когда в нее играл, это было лет 5 назад, наверное. Вот, а сейчас не захожу, не играю. В основном играю в то, что у нас на стримах. Итак, мы появились. Да, мы. Да, все уже. Как быстро мышка. Еще раз. О, так лучше. Ну, мне нравится графика. Графика, конечно, классная. То не говори, она классная. Так, и мне нужно собирать траву. Ну, давай, погнали. Для того, чтобы собирать траву, нужно ее бить. О, гнездо. Тут есть перышко. Давай сюда. Вот. А, вот, кстати, поселение первое. Отлично. Вот это то, что нам надо. Поселение. Изготовить спальник. Окей. Давай спальник. Изготовить. Так. А, у нас, кстати, вот здесь еще всякие штуки. Записка, короче. Нафиг нужно. Так, спальник. Давай сюда поставим. И положим. О, есть. Можем спать. О, мусор. Гниющий. Мой любимый. Мой любимый гниющий мусор. Так. Изготовить каменный топор. Для этого нужно собрать волокна травы, дерево и маленький камень. Так, давайте. Так. Волокна есть. Так, пойдем за камнем. Есть. Есть. Так, теперь сам топор, собственно, изготавливаем. Ага. Все, теперь мы вооружены и очень опасны. О, что это такое? А, это у нас гнездо. Чем? Ой, даже яичко есть. Класс, класс, можно слопать. Яичко, гнезда. Вот ты их собираешь, да? И оно пропадает. А до этого можно было отдельно бить. Бить отдельно, значит, гнездо для того, чтобы в ней. О, это что? Это пенек! Это пенек! Ребят, это пенек! Только в 7 Days to Die ты начинаешь ценить пеньки. Потому что в пеньках бывает порой попадается мед. Ребят, мед. А мед нужен для того, чтобы полечиться. Ведь у нас с вами, видите, инфекция. Только инфекцию можно полечить медом. Вообще, мед это классное антисептическое средство. Если у вас болит горло, просто берете мед, ложечку и рассасывайте потихоньку. И старайтесь не запивать потом водой. Вот такая штука. Прям 100% помогает. Но главное, чтобы мед был натуральный. Так, давай, собираем траву опять. Так. Все,
Теперь изготовить травяные штаны. Окей, давай. Есть. Носить. Давай, носим. Дубинку изготовить, пожалуйста, дубинку. Для этого нам нужно что сделать? Этого нам нужно... А, просто изготовить. Просто изготавливаем. Давай сюда. На заднем плане там немножко малой шумит, так что вы это уж не серчайте на меня. Я же его никуда не могу это спрятать-то малого. Вот. Так, простейший лук. Давай изготовим простейший лук. Вот самый простейший. Самый простейший, давай. И изготовим максимально два боеприпаса. Ну ладно, хотя бы так. Все убираем. Тоже здесь не нужно. Факел тоже. То есть шляпа. Так. Угу. И теперь фундамент строительный. Давай. Давай фундамент строительный. Так, изготовить. Так. Поставить. И улучшить. Окей, давай улучшим. Есть. И теперь маленький камень собрать. Давай еще маленьких камней. Соберем. И сделаем костерчик. И сделаем костерчик. А зачем нам маленькие камни, если мы можем просто делать так? И собирать маленькие камни путем... путем долбления больших. Костер. Окей, изготовить. Все, костерчик сделали. Костерчик. Его нужно поставить, да? Так, где наше все тут? Наше все тут вот здесь. Все, вот здесь. Ага. Все, теперь добраться до торговца. Он в 500 метрах вон туда. Окей, хорошо. Пойдем, посмотрим. Нам бы, знаете, что? Вот стрел бы побольше. Мне как-то вот нравится зомбари и всю эту... Нечисть, нечистоту, вот эту всю. Ее как-то вот нравится мне все-таки со стрелами и с луком расправляться. Вот. Пойдем сейчас пособираем чуть-чуть. Собираем чуть-чуть. Это в железо. Не, ну вот не надо. Это не надо. Давай чуть-чуть дерева. Чуть-чуть дерева. И... камень. О, пенек, пенек. Пойдем посмотрим, что там. Это медпомощь. Может, там какие-то крутые ништяки есть. А потом дойдем до торговца уже. До торговчика дойдем. Видно, что у нас снизу, вот если посмотрите влево вниз, у нас там выносливость. Ну что, дали мед? Нет. Уж жадины, говядины. То бывает ни одного пенька в лесу, а тут уже третий. И ни одного меда. Сколько надо пеньков вырубить, чтобы появился мед? Щены. Ладно, погнали, посмотрим, что там. Есть зомбари на вышках. О. Тележку кто-то спер. Тележка удобная вещь, на самом деле. Мусор протухший, мой любимый. О, сколько тут всего в мусоре там. О, это барахло. Это барахло. И вот это. И вот мое любимое барахло здесь. Форт Бакс. 4. Ого. Это я очкую, ребят. О, еще мусор. Кость. О, кость. А можно с ней сделать этот? Вот рецепты. Ну, можно сделать клей и костяной нож. Блин, уже 5 костей для костяного ножа. Ёлки зеленые. Ладно, погнали потихоньку к торговцу. Нам нужно для чего торговца? Для того, чтобы мы прошли... Ну, типа, первое задание наше. Чтобы мы получили первый опыт. Устал, что ли? Чтобы мы получили первый опыт, подняли первый уровень и вообще начали дальше поднимать наши уровни. Это обязательное условие. Вау, мед! Вот он мед!
Теперь нам не страшно заражение. Блин, ребята, заражение такая херня вообще. Бывает, забежишь в какой-то дом, а тут раз пес, зомбопес. Просто укусит тебя, ты его замочишь. А этот зомбопес, короче, линия сыграл. Я его могу наделать сколько хочешь. Линия сыграл. Так. Все, этот пес тебя укусит, у тебя заражение. Ты такой, а, чё, куда? И начинаешь это. О, идет первый. Первый наш этот. Он еще один. Ну да, ну зомби там много. Ну, на самом деле, зомбаков в игре много. Там еще такой режим, я где-то видел в каком-то ролике, что типа они тебя слышат, если ты его включаешь на большом расстоянии. И это очень плохо. Я прямо этого вообще не хочу. Чтобы меня зомбари на больших расстояниях слышали, это... Ну его нафиг вообще. Говорят, они все подтягивают все со всех. То есть они спавнятся и к тебе идут. Ну это не знаю, как надо играть. Каким нужно быть больным человеком вообще. Это не сюда. О, нас заметили. Мимо. Попал. Че нет больше? Ты кривляешься-то? Да? Так, надо еще изготовить стрел. Так, ну-ка. Максимум. О, 11. Смотрите, уже быстрее идет вот эта херня. Вообще какие-то зомби поменялись. Это какой-то худой ублюдок какой-то. Так, а вот и торговец наш. Торговец. Опен у него тут все. Опен. Пойдем. Закрываем дверь, чтобы зомбари не зашли. Вообще, у него такая нехилая база на самом деле. И у него еще можно тут полутать. То есть у торговца реально тут полутать. Он тебе ничего не сделает. Ты можешь, пожалуйста, вот тыквы набрать, грибов. Здесь вот кофейное растение. Вот, у него здесь... Вот, зашел, допустим, сюда, да? А тут, опа! Бетон там всякое такое. Вот, кузница сломанная, да? Оп! Журнальчики. А журнальчики нужны для того, чтобы способности нам... О, жир нужен. Чтобы нам способности изучать новые. Так, ну что, где тут у тебя вход центральный? Так, о, R, если зажимаешь, оказывается, ты тут выбираешь стрелы. Окей. Так, ну все, пойдем. Здорово. Все закрыто? Не центральный, что ли, вход? Где центральный? Через второй этаж? Открыто. О! Ну что тут у тебя, хибара, мужик? Джоэл, здоров. Инвентарь. Так. Все. Путешествие. Я сделал первое задание, и у меня должно быть здесь. И какой у меня, чувак? Седой. Геральт почти. Так, первый уровень из 10. То есть, можно или нет? Ну-ка, сейчас посмотрим. Острые палки. Копия. Сила. Ну, мне больше сейчас нужно, чтобы
Таскать что-нибудь? Оп, есть. О, шеф-повар, можно? Есть. Так, выносливость, давай. Есть. Меткий стрелок. Давай, есть. Бежать и стрелять. Тоже нету. Уже нету. Ну, ну и ладно. Ну и... Крицфиксинг. Отлично. Теперь нам нужно до заката найти место, где мы будем ночевать. И где нам не дадут люлей. А тут, кстати, так нормально. Тут лабиринт прям сделал. Открыть дверь. Туалет. Туалет надо? Надо в туалет? Нам нет. А, здесь можем? О! Все, отлично, большая дверь. Нам нужно... нужен домик. Небольшой. У меня лутомания, ребят, простите. Я не могу пройти мимо мусоров там вся фигня. Игровая. Так, давайте это сейчас используем. И вот этот. Научитесь мастерить кузницы, верстаки и там всякое такое. Все, отлично. На начальном этапе, конечно же, лучше всего просто бить. Вот так. И не подпускать к себе. Потому что эти ублюдки, они длинными своими руками, лапами, когтями и так далее, они очень сильно достают. Итак, во, отлично. Отлично, это то, что надо. Это то, что надо. Так, давайте сейчас вокруг походим. Зачистим территорию. Вот здесь, кстати, собака. Ух ты, нифига ты, как это. Гнил-то, ребенок, ты че, блин? Сильный ублюдок. Хотел сказать, ублюдок, сказал ребенок. Ты что такой сильный-то, реально? Сколько тебя мочить-то надо? Офигеть. Это, короче, классное место. Мы сейчас здесь зайдем, полутаемся. Сверху сделаем базу нашу первую. Вот. Но нам нужно что, собственно, сделать? Скрафтить еще... А что у меня? Камера. Каменье. Пойдем. Раз, раз, раз. Каменья. Да, нужно сделать стрел. Так. Пять. Итого сколько у нас стрел будет? Мало, да? Итого у нас стрел мало. Опять эти кривляющиеся типы. Ну, хрен бы на них сейчас. Так, это у нас вот одна мордочка. Это хорошо. Это хорошо. Так. Ублюдки. Вылазь. Тут больше нет никого, надеюсь. Так. Кто там еще? Где-то там еще кто-то долбится. Где-то кто-то долбится. Так. Ну ладно, пойдем зайдем. Есть кто еще? Живой? Ого. Здорово, мужик. Пойдем сюда, выйдем. Мы сейчас на проходе. Чинк. Как дела? Во! Видно, да, сколько раз я ему втащил?
дохлячок какой-то. Унитазик облутаю. И что больше ничего. Спишь? Иди, должно быть много их, да? Ай-ай. Ай-ай. О, кривляка. Молодой кривляка. Худой. Ну, я понял, что самые дрищи сейчас. Главное не подпускать их близко. О, бошки разлетаются только так. Так, давай перевяжем. У нас же вот есть винтик один. Есть. Так. Ну все. Вот здесь еще куча, куча всех. Ну, кстати. И темно. Ну-ка, а можно сделать? Сделать светлее. Так, ну смотрим яркость. Давай прибавим. О! Ну, блин, еще тут негр в жопе. Стол нетронутый. Футболка пойдет. Носить пойдет. Так, ну давай сначала убьем вот этих всех типов. Вон их там куча. Привет, бомжи. Ой, не туда я свернул, ребят. Не туда я свернул, сорян. Вот, видите, какой этот тип жесткий? Таких раньше не было. Но я таких не помню. О, написано, недостаток выносливости. Надо чуть-чуть это. О, оп. Тихо. Есть. Осталось двое. Так. Все. Ну что ты, красавица? Твоя моделька поменялась. Мне даже кажется, что ты как будто была уже и настоящей какой-то бабцой. Так, все, забираем, да? Забрать все R. А, все, я помню, все, я помню, что забрать все R. Так, ну все, можно лутать. По-моему, там больше нету никого, кроме собаки. А собаку надо... Собаку надо с лука. Но мне так кажется, что лучше всего с лука, ребят. Я могу ошибаться. Так. Так. Наверху птица стопудово. Ну, стопудово птица наверху. Так, что тут у нас? Научить готовить десятки превосходных. Так, все, шеф-поваром стать. Отлично. Еда. Жарка кукуруза и печеный картофель. А, о, ничего себе тут. Спрятали. Запечатанный груз из магазина «Притормози». Снитерсни. О, это что такое? Горючий сланец. Понятия не имею, что такое. Так, это у нас инструменты использовать. Так, и... Что для одних сокрытий? О, вы разорвали инструменты. Гаечный ключ, качество 1. Можно делать гаечный ключ. Сейф. Не хватает отмычек? Да, не хватает. Нет вообще отмычек.
Мутная вода, мутная вода, золотой песок. Песик, 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 чтобы ты сейчас сдох. Это хорошо. Это сейчас было хорошо. Если вы думаете, зачем я убиваю пса, то я расскажу. Так, это мои боеприпасы. Вот. Расскажу. Так, вот эта плоть мне нахрен нужна. Стремная. Но кости. А кости мне нужны для того, чтобы я состряпал. Вот, рецепт берем. И костяной нож готовить. Костяной нож нам нужен для разделки мелких существ. Сумочка здесь чуть лежит. О, дубинка замена нашей. И опять кулинария. Что тут? Использовать. Просто 50 опыта дали. То есть я ничего не приобрел. У меня уже такая штука была. Здесь 12 досок. Ну, пойдет. Здесь что у нас? Контейнерс. Ну, такое себе. Так, чисто хлам пусть будет. Так, бутерброд невкусный. И железо. Так, железо пусть будет. Тут в мусоре. Кукуруза семя. Пойдет. Фермерство. Угу, будем развивать. Так, залезем сюда. Ну-ка. Какая-нибудь птица на меня нападет. Тупица. Что, ни одной птицы нет? Да я лакимай вообще. Зунчик. Штанцы. Оба, нифига. Ну-ка, носить. А вот эти. Разломать. Ну, травка-муравка получилась. Как бы нужно было. Так, это наша будет первая база, ребят. Здесь нужно просто блоками обставить, чтобы нас не видно было, и все. И здесь нужно лестницу сделать, чтобы на нее запрыгивать. О, там озеро, кстати, какое-то. Интересно, можно ловить рыбу? Не знаю. Так, нам нужно сделать, знаете что? Поставить блок, чтобы он не нужен был. Притязание. Кто нам какие притязания будет предъявлять? Скажи мне. О. И нам нужно. Так, рецепты. Сундук. Вот. Лучше несколько. Два. Два, точнее, сундучка. Так. Сейчас мы их поставим. Вот. Раз, два. В один я обычно складываю на первое время жратву. И все, что с ней связано. Еда, питье, короче. Всякое такое. Вот. И медицина. Так, водичку оставим пока одну. И, наверное, вот одну с собой. Жир. Жир классный. Так. Вот. Остальной хлам. Мы во второй складываем. Так, как положить? Взять все. Не помню. А, о, на shift. На shift. Вот это фигня. Все это туда запиндючаем. Узнамука нет. Вот это туда все. Вот. Туда. И это туда. Так, это у нас нет. Это у нас сюда. Здесь вот семя и мука кукурузная. Все, камешки, досточки, это все с собой носим. Ну, надо факел, может еще пригодится где-то. Так, и нам лестницу. Лестницу надо. Давай сейчас спрыгнем. Спрыгнем здесь. Здесь где-нибудь. Ну, невысоко, в принципе. И лестницу, чтобы можно было
Никого нет. Лестница. Ну-ка. Ищем. Лес. О, деревянная. Давай, 4. Угу. Там надо как-то залазить сюда. Ну-ка. 2, 3, 4. О, надеюсь, эти грязные ублюдки. О, здесь, кстати, покупать, наверное, что-то можно. Надеюсь, они на нашу лестницу залезть не будут. Но это не точно. Это не точно. Так, мы здесь все полутали. Давайте еще раз пройдемся по вот этой всей движухе. Полка, пожалуйста. Полка, черный. Мусор, отлично. Так, здесь что? О, отлично. Одежда. Отлично. Здесь заперто. Ну ладно, тут и не надо, чтобы кто-то ходил. Тележка. Пойдет. Тут что? Ничего. Тут что? Ничего. Тут что? О! Ничего себе. Все, давай наши боеприпасы. Пойдет, нифига себе. А можно, можно сюда поставить? Модифицировать. И... Ух ты! Можно колючую проволоку было сделать. Теперь у меня крутой. Угу. А, нет, просто надо обыскать. Все, просто обыскиваем. Это все забираем. А, вот это надо бить. Это башмаки дали. Башмаки, видимо, ну, хорошие. Так. Ну, нормально, нормально. Ну-ка, сейчас посмотрим. Есть дверь, пожалуйста, можно открыть. Заперто. Ну и хорошо, что заперто. Ой, нам не надо, чтобы тут кто-то ходил, бродил. Все, закрываем. Закрыто. Все. Закрыто. Все. Гостей не принимаем. Все. Клозет. Клозеты. Так. Мужик идет куда-то. Это что у нас? 11. Так, это то же самое было. 50 опыта. И это у нас домашний умелец. Плюс 100 опыта и 2. Чего-то там еще дали. Вот. Это у нас носить. Носить. Вот мы. Мы какой красавчик. Да, повернуть его никак нельзя. Вот. Мужик. Мужик там ходит, меня напрягает. Давайте мы его это... Немножко. Сейчас ослаблен. Мимо. А, закончились стрелы у нас. Ой, ёлки-палки. Ну ладно. И такой модификатор, дульный тормоз. Ну да. А что ослаблено? Я так и не понял. Ослаблено. Может быть, что-то из вещей? Ну, починить можно как-то. А, вот. Защита от шрафа на опыт при смерти. Нифига себе. Ясно. Прочность одного из предметов брони снижена. Броню нужно починить. А, ну я понял это. Вот хорошо. Мне нравится то, что нам не дадут штраф. Вот. Здесь сюда хлам. Так, shift. Так, сюда весь хлам. Хлам. Еда, кстати. Так. Горючий сланец. Может, много горючего сланца. Пока не знаю, для чего. Может, какие-то шашки делать. Так, это все сюда. А патроны еще тоже сюда. Остальное оставим. Так. Надо, наверное, нам поесть.
и попить. Угу. Так, и теперь нам что, собственно, надо? Нам нужно поставить, и как же он называется-то? Спальник. О, спальник, нужна трава. 10 травы. Знаете, везде нужна трава, ребят. Везде нужна трава. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Окей, спальник. Так, рецепты. А, даже 20 собрал. Изготовить. Вот, теперь мы спальничек ставим наверху, чтобы мы могли там заспавниться. Угу. Так. Есть контакт. О, пойдет. Пойдет. Оба. Это же не просто так. Дэнь было. Дэнь это было, значит, вечер у нас. 17:30 вечер. Ёлки-палки. И у нас вот пошли ублюдки. Один ублюдок. Страшный. Вот. Где еще? Где-то еще видел. А, вот он. И того надо убрать. Всех надо убрать. Всех вот этих кривляк в желтых майках. Так, забираем. Трактор. Не синий. Не наш. О, что? Топливо. Тут что? Топливо. Нормально. Во, пришел мужик в костюме. Вот все, что. Вот что значит устал на работе. Вот что значит. Человек в пиджачке не выполнил своих заданий, и его руководитель наказал. Оставил допоздна. И он такой. Работает, работает потом. Так. Нет, дерьмо, конечно. Так, давайте сейчас рубанем деревья и сделаем. И сделаем. Там себе типа домика наверху. Домик наверху. Так. Так, секунду. Так. Да, добиваем. И пошли делать защиту. Кубики. Так. Много не буду делать. О, строительный блок. Изготовить. Сколько? 100. Давай. Все, вот это сюда переносим. Ага. И потихоньку ставим. Я много не буду делать. А главное, чтобы нас тут особо не видно, не слышно было. Сейчас попрут ночные зомбаки. Я их боюсь. Что ты боишься? Ты же майор. Ну, блин, ребят. Неприятно. Неприятно. А я не люблю неприятности. Я люблю приятности. Вот. Плюс к этому.
Мне бы, конечно, не помешал модератор на канале. Желательно девушка, которая бы хотела, кроме модераторства, еще и быть соведущим мне на канале. Если это интересно кому-то, пишите, пожалуйста, в ВК. Вот. Возможно, мы придем к сотрудничеству, совместному творчеству. Так. Фикс. Так. Вот, нифига я уже сколько тут понаделал. Ну как раз нам сотки хватило, да? Получается. Сейчас уже потемнеет, нафиг. А вот тут из. Вот если бы я так строил, ребят, в реальности. Ну. То есть в реальной жизни, если бы я так строил. Быстро. Все, нужно еще дерево, нужно больше дерева. А столб можно бить? О, столб можно бить, нифига. Значит, с него не сильно много дерева там бьется. Три дерева с целого столба. Очень странно. Вообще. Фигня какая-то. Вот с этого дерева, смотрите, каждый удар дерева. Еще и хпшечки начисляют. Ну, так, что тут у нас? Происходит. Починить. Это можно починить? Починить. О, все чиним. Вон девка там лазит. Да, иди. Игорь, сюда иди. Вот она уже бегает, видите? Морда. Глаза желтые. Это уже потемнело, блин. Ага. Поэтому тут рискованно вылазить. Здесь стройка какая-то или что-то, магазин какой-то, непонятно. Ну такие дома, знаете, я их даже не видел, если честно, еще ни разу. О, подожди, что-то. Опа. Давай сюда. Это что, бьется, интересно? Что будет? Туда нету никакой у нее этой крепости. Духа. Пружинки вылетают. Мусор. Чисто пружинки. Пружинки и железо. Ну ладно. Подобрать. А, во, можно, да, сделать. Очень много тратится. Осталось 15. Блин, да нафиг надо. Короче, так, блин. Нам же еще надо костер запилить. Костер. Так, изготовить. Костер, так. Такс. О, отлично. Сюда. Включить. О, все. Во, теперь тепло, тут хорошо. Оп. 35. Я пока лажу. Единственное, что меня бесит, так это то, что в этой игре нельзя поспать. То есть, ну, то в том же Майнкрафте можно поспать.
Здесь нельзя. А еще, что у торговца, вот торговец, да, наш чувачок, вот, он тебя выгоняет тупо. Вот время, к закату, нахрен, иди отсюда. И все, и также восход. Восход ждешь и идешь к нему. Все получается. Так. Печаль, беда какая. Все надо опасаться. Еще прыгуны есть. Прыгуны. Прыгуны, наверное, позаимствованы из игры Left 4 Dead. То есть реально тут такие чуваки прыгают. Вот, бьют. А то, что у нас с вами, ребят, вот я сейчас выпью. Баночка не остается. Где баночка-то? Баночка-то где? Во, все, закрылся. Тебя выгнали просто. Но то, что здесь есть питьевая вода, прям рядышком с нашей мини-базой, о, это дорогого стоит. О, кстати, церковь. Церковь — это хорошо. Так, ну чё, пойдем еще побьем. Все, 22 часа. И начали спавниться зомбари с красными глазами, прыгуны и другая нечисть. Вроде темно. Вот, вроде темно. А вон прыгун, смотрите, видите? Прямо возле нашей базы. На картах лазит. Ну чё, попробуем убить прыгуна, или он нас убьет. Здорово, прыгун. Что там лихо его как-то это? О, змея. Тихо. Есть. Ну-ка. Кто еще? Кого еще слышу? Короче, о, луна появилась. Какой-то прыгун дохлый был. Я тут его боялся, он это, трех ударов скопытился. Так, решетки нету. Мясо есть, а вот решетки нету. Поэтому у нас вот как бы здесь есть мясо. Да? Как его тут готовить? Вот подгоревшее мясо делать, все. Просто два. Ну, пусть готовится. Давай еще этот разделим. Пак. Так, как это разделить, я уже забыл. Во. Сюда топливо закинем. Пусть топлится. Топлится пусть. Вот. И хлам. Давай еду сюда. Снимушки. Яйки. 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 Вот так.
мясо. И сюда вот эту шнягу всякую снежную. Семя дуба, семя сосны. О, видно, что он есть захотел. Это что такое? Кушать хочется. О. Ну, мы сейчас это все дело залупеним. Оп. О, еда. И хпшка восстанавливается. Так. Но у нас нету с вами... Нету с вами воды нормальной. То есть дизентерия, возможно, возникнет. Здоровье минус 5 будет, если мы сейчас выпьем эту воду. Поэтому нам надо срочно готовить что-то такое для еды. Кроме костер нужно смастерить. На чем готовить? Знаете, у нас же уровень повысился. Давайте добавим. Давайте добавим сюда. Так, ловкость, неловкость. Стойкость. Стойкость. Давай. А, нету очков больше. Вот. Здесь у нас что? Драчун. Пулеметчик. Руки молнии. Так, охотник. Охотиться при добыче больше мяса. Ваша сопротивляемость. Научиться сочетать одежду, естественно, даже. Так, ага. Это пойдет. Ага, хрен. Нужно качать, короче. Качать. О, опять прыгун, видно? Видно, а нет, вон там. Вот девка. А, еще, короче, есть крикухи. Крикухи, короче, это девки в белом. И ты, когда, короче, по ней стреляешь, она начинает визжать. И все зомбари в окрестностях, все, короче, на тебя спавнятся. Такая фигня. Так, еще одна кусочек мяса. Так, ну что, да, давайте, ребят, на этом наш небольшой ролик мы завершим. И обязательно продолжим. Я еще сниму продолжение вот этого. Вот этого, хотя бы что было дальше. Что было дальше? Ладно, все. На связи был мой Руслан и канал Русплей Гейм. Подписываемся, ставим лайки. Что там еще? Спасибо, что заходите на канал. Ребятушки, давайте. Всем пока.